Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале «Первый Карагандинский» в студии Гульнур Жакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Развитие лидерства, уроки, музыки и воспитание любви к природе. Детский сад Дарандабала удивляет условиями и современными подходами в обучении. В этом лично убедился аким Караганды Нурлан Албакиров. Фермеры Карагандинской области внедряют зеленые технологии. Около 800 фермерских хозяйств приобрели солнечные панели. Лучших учителей определили в Караганде. В традиционном конкурсе «Учитель года» приняли участие педагоги со всей области. Обо всем более подробно. Развитие лидерства, уроки музыки и воспитание любви к природе. Детский сад Дарандабала удивляет условиями и современными подходами в обучении. В этом лично убедился аким Караганды Нурлан Албакиров. Уникальный дизайн интерьера – первое, что бросается в глаза при входе в новый детский сад. Здесь каждая мелочь навевает мысли о природе. В садике раздаются звуки пианино. Так детей приучают к музыке. Уроки английского, робототехники, различные кружки развивают в подрастающем поколении потенциал. Новый детский сад Дарандабала, реализованный в рамках государственно-частного партнерства, рассчитан на 140 мест. Его уже успели оценить родители. Детский сад Дарандабала пришли не случайно. Мы очень долго отбирали, привели ребенка в год и 5 месяцев. Пришли, вот сейчас 1,5 месяца как ходим в детский сад. С первых дней ребенок начал уже получать и впитывать информацию. Мы уже начали петь, считает по пальчикам. То есть она лепечет, но все равно вот мы видим прогресс, что ребенок впитывает, ребенок развивается, и это очень радует нас. Детские сады Дарандабала от множества других отличает талант-менеджмент. Это авторская программа профессора Евразийского гуманитарного института Айжан Изаковой. Доктор психологических наук уверена в том, что каждый ребенок может быть лидером. Главное – выбрать правильную методику обучения и воспитания. Эта программа внедрена только в детских садах Дарандабала. Сегодня ею интересуются уже зарубежные специалисты. Раз в месяц Айжан приезжает из Астаны, чтобы провести работу с родителями и воспитателями. Программа «Талант-менеджмент» она рассчитана действительно на развитие, на психологическое развитие лидерства. Лидерство развивается не в плане управления, влияния над кем-то, а лидерство здесь рассматривается как регуляция своим собственным состоянием, поведением, регуляция теми условиями, в которых и создание условий, в которых ребенок находится. И, конечно же, эта программа, я считаю, является уникальной в том отношении, что она распространена вот на садике Дарандабала. Открытие современного детского сада, отвечающего всем требованиям, результат неустанного труда Айнагуль Хамитовой, члена Совета деловых женщин Палаты предпринимателей Атамекен. Айнагуль – обладательница ордена Алтын-Алка, мама 7 детей и просто человек, влюбленный в свое дело. Это ее 4-й детский сад. Здесь детям будут прививать любовь к природе. После поездки в Финляндию у нас такой произошел взрыв мозга. Мы ввели тут большие новшества в нашей философии. Теперь мы еще одним акцентом в нашем воспитании будет именно как философия охрана окружающей нашей среды. Поэтому мы здесь добавили очень много зелени, очень много информации сейчас мы готовим для того, чтобы детей с раннего возраста воспитывать именно философию. Охрана окружающих, как это важно для нашей жизнедеятельности, как нужно утилизировать пластик, целлофановые пакеты, то, что вот губит нашу природу, нашу окружающую среду. Аким Караганды Нурлан Албакиров высоко оценил условия, созданные в детском саду Дарандабала. Особенно градоначальнику понравилось то, что детей с малых лет учат раздельному сбору мусора. Ведь воспитание сознательного отношения к окружающей среде должно начинаться с первых лет жизни. То есть он уже получается сегодня, не сейчас, когда уже состоявшийся, очень сложно, а именно уже получается, грубо говоря, с первых шагов, в социум вход, он сразу чувствует и начинает раскладывать пластик отдельно, бумагу отдельно, картон отдельно. То есть, соответственно, когда он уже вырастает, там проблем уже не будет.
На сегодняшний день, благодаря развитию Института государственно-частного партнерства, удалось закрыть потребность в детских садах. В настоящее время все карагандинцы в возрасте от 3 до 6 лет обеспечены местами в дошкольных организациях. Свободных мест в детских садах Караганды около 2000. Теперь родители выбирают конкретные детские сады с лучшими условиями для всестороннего развития их ребенка. Тохжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. В Караганде открылся технопарк для детей и молодежи. Новое учреждение, где карагандинцев планируют обучать компьютерным наукам и медиаискусству, посетил аким города Нурлан Албакиров. Своими впечатлениями от занятий в технопарке поделились и сами школьники. Прямо здесь, в самом центре города, развернулся центр по подготовке будущих высококлассных специалистов – журналистов, операторов, программистов, инженеров. Школьники приходят сюда после занятий. Ожидается, что новый технопарк станет площадкой для поддержки детей и развития их интересов в сфере инноваций и инженерных разработок. На базе технопарка функционируют 10 кружков. Посетители могут осваивать робототехнику, маркетинг, монтаж, веб-дизайн и многое другое. На реализацию масштабного проекта из бюджета было выделено 23,5 миллиона тенге. А проект реализуется при поддержке городского акимата и отдела образования города Караганды. В проекте на данный момент задействован 9 преподавателей, то есть открыто 10 кружков на данный момент. Интерес есть, спрос довольно большой, спрос по всем возрастам, поэтому я думаю, что вот проект заработает буквально в ближайшее время на полную мощность. Программы для дополнительного образования заинтересовали школьников. Только сегодня технопарк посетило более 50 человек. Дети отметили, что очень рады возможности заниматься в различных кружках. Многим технопарк и его сотрудники помогли определиться с выбором будущей профессии. Когда я вырасту, я, наверное, стану программистом, потому что это очень-очень интересно. Можно узнавать много нового и много работать, получать хорошую зарплату. Но еще можно программистом работать даже дома, поэтому мне нравится эта профессия. Сидеть дома, с диваном, в компьютере сидеть. Вот. Мне очень нравится. Мне очень нравится то, что открылся этот кабинет, и, надеюсь, появится скоро много новых таких же. С работой технопарка ознакомился и аким Караганды Нурлан Албакиров. Он подчеркнул, что открытие подобных учреждений внесет лепту в реализацию задач, поставленных президентом Нурсултаном Назарбаевым. Президент страны говорит о том, что развитие 4-й индустриальной революции, соответственно, ну, понятно, технологические прорывы будут, техника будет, но самое важное – обучить конкурентоспособных специалистов, которые впоследствии могут давать, если проект чисто экономическим термином, давать так называемый добавочный продукт для того, чтобы они могли уже двигать нашу страну. В части мониторинга должны быть как бы и сейчас же направленность именно развития индустриализации 4.0. То есть кто завтра ее будет реализовывать, кто это будет 5.0 и так далее. То есть, конечно, вот это первые шаги, которые вы прививаете, это очень важно. В будущем детский технопарк намерены развивать и расширять ряд образовательных программ. Открытие данного технопарка – яркий пример того, что власти уделяют особое внимание вопросам профориентации и поддержки способных детей. Тохжан Лянова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый карагандинский. Фермеры Карагандинской области внедряют зеленые технологии. Около 800 фермерских хозяйств приобрели солнечные панели. Теперь насосы для подъема воды из-под земли работают автономно. Ну, это легче, там кнопку включил, уже вода идет. А раньше лопатой, там ломом подолбили лед, вот так поили. А сейчас уже много лучше же. Ерлан Тусипханов рассказывает о преимуществах использования альтернативных источников энергии. Он владелец 500 отборных голов белоголовой казахской породы. Чтобы обеспечить крупный рогатый скот питьевой водой, фермер пробурил скважину и установил водяной насос. С недавних пор насос питает энергия от солнечных панелей. Где-то около 3 миллиона я скважина бурили здесь, 81 метров. Потом из них где-то 1 800 000 вернули, там 80%. Кто вернул? С государства. После этого вот солнечные 3 700 000 покупали. Из них 3 миллиона 50 тысяч вернули.
Вот сейчас нормально. Сумма где-то 600 тысяч уходила от нас в кармане. Все. Мощности оборудования от 5 киловатт хватает не только для подключения насосов для подъема воды из-под земли, но и для обеспечения электричеством всей Чабанской точки. Стоит отметить, что по программе возмещения инвестиционных вложений в рамках реализации проекта по обводнению пастбищ государство выплачивает до 80% стоимости оборудования. Теперь, кроме этого, у нас еще по этой программе субсидируется СМР, строительный ремонт, монтажные работы, выплачивается стоимость приобретения техники до 25% от стоимости техники трактора. Благодаря государственным субсидиям существенное развитие получило сельское хозяйство Карагандинской области. Увеличивается доля племенного крупного рогатого скота, а также повышается производительность. Всего в Карагандинской области оборудование для добычи альтернативной энергии приобрели около 800 фермерских хозяйств. Андрей Тенаман, Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. Лучших учителей определили в Караганде. В традиционном конкурсе «Учитель года» приняли участие педагоги со всей области. Мероприятие было организовано управлением образования. Цель конкурса – повышение статуса педагогической профессии. Чтобы вручить ребенку искорку знаний, педагогу надо впитать в себя целую волю света. Выдающийся поэт 15 века Алишер Наваи писал, что среди людей лучший тот, кто приносит народу больше пользы. Пожалуй, эти золотые слова лучше всего описывают учителей. Представители одной из самых благородных профессий характеризуют любовь к детям, неустанный труд и вера в будущее поколение. Александра Варкулевич, как никто другой, предана своей работе. Учительница средней общеобразовательной школы номер 4 города Балхаша 20 лет преподает физическую культуру. Для Александры участие в областном конкурсе уже повод для гордости. Не очень важно для меня выиграть. Самое главное, престижно, что я участвую, что я вышла в финал. Это самое главное. Значит, мы вышли в финал, значит, мы одни из сильных, одни из смелых. И мне это очень нравится. Конкурс «Учитель года» проводится управлением образования третий год подряд. Он состоит из трех этапов. Сегодня на заключительном этапе в драматическом театре имени Станиславского собрались лучшие педагоги Карагандинской области. Судить их будет старшее поколение в лице ветеранов образования. Конкурс дает возможность проверить учителю себя. Это тот случай, когда ты можешь увидеть свой рост, на каком ты уровне находишься. Ты можешь поделиться своим опытом. Вот. И, естественно, конкурс – это возможность увидеть много нового. Но конкурс – это, одним словом, движение вперед. Участники продемонстрировали креативность в ходе конкурса «Визитная карточка педагога». Ответили на каверзные вопросы, представили решения педагогических ситуаций и даже выполнили домашние задания. Никто из учителей не остался без грамот и денежных призов. Члены жюри определили четырех победителей и обладателей номинации «Лучший урок», «Лучшее внеклассное мероприятие», «Лучшее домашнее задание» и «Приз зрительских симпатий». Тохжан Лянова, Жаслан Маклубеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. 32 года прошло со дня алматинских декабрьских событий. В областном архиве научно-технической документации состоялась встреча с участниками Желтоксана. Они поделились с молодежью воспоминаниями о тех сложных днях для страны. Восстание, которое стало предвестником независимости, играет большую роль в истории государства. Каждый видел его по-своему. У каждого есть, о чем можно рассказать. Ахметкали Халенов был одним из участников этого восстания. Тот день помнит во всех его деталях. Ровно 32 года назад, будучи студентом, он вышел на демонстрацию поддержать своих единомышленников. Мы были членами Жасканат, клуб поэзии. И тогда слышали, что в Алмате случилась такая беда, что там была жертва уже. И это было 18 вечером. 19 мы вышли на площадь Гагарина на 5 часов. Мы выразили свое мнение о том, что именно почему был назначен со стороны глава государства, а не внутри, среди граждан, ну, как вопрос был, неужели мы не могли найти среди граждан Республики Казахстан своего руководителя?
Студенческая молодежь Алматы и других городов стойко и героически отстаивала свои цели в течение 3 декабрьских дней. По словам историков, это были первые массовые волнения патриотической молодежи. Поэтому организаторы круглого стола уверены, что встречи и общение с декабристами помогут пробудить патриотизм среди нынешней молодежи. Они добавили, что смелость студентов того времени должна стать примером для подрастающего поколения. За 27 лет проделано очень многое, и тому свидетельством тому является признание всех зарубежных государств как независимое демократическое и светское государство. Поэтому наше дело сейчас, дело молодежи, приумножить то, что было проделано за путь становления нашей независимой республики. В рамках мероприятия ученые и историки также говорили о становлении нашей молодой республики. Стоит отметить, ежегодно во всех архивах Карагандинской области проводятся подобные мероприятия с приглашением участников декабрьских событий. Мульди Жакан, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. И еще об одном. В Караганде прошел форум детско-юношеской организации «Жасулан». Мероприятие приурочили ко Дню независимости Казахстана. В рамках форума в ряды «Жасулан» приняли 102 школьника, а также наградили учащихся гимназии номер 102 в качестве активных лидеров движения. Вожатые должны обладать знаниями по безопасности детей, соблюдать их права и интересы и, конечно же, уметь интересно и с пользой организовать их досуг. Первый областной форум вожатых состоялся в Карагандинской гимназии номер 102. Стоит отметить, что в прошлом учебном году в нашем регионе образована областная ассоциация вожатых. Именно тогда была высказана идея провести форум. Цель нашего форума – собрать всех вожатых Карагандинской области для того, чтобы обсудить все те вопросы, которые на сегодняшний день очень актуальны в вожатском деле. Сегодня у нас работа форума пройдет в двух частях. Первая часть – вот сейчас мы присутствуем в школе номер 102, где пройдут площадки, обучающие площадки для школьных вожатых. То есть вожатская работа, она очень такая обширная. Здесь есть и экологическое воспитание, и патриотическое воспитание, и в данном случае театральная деятельность, и коллективно-творческие дела. В настоящее время в ассоциацию вожатых входят 36 человек со всей Карагандинской области. Они проводят мастер-классы и обучающие семинары для других вожатых. Согласно государственной программе развития образования и по поручению главы государства, необходимо развивать деятельность детско-юношеской организации «Жаскыран Жасулан», отмечают педагоги. Учителя, которые курируют это направление в учебных заведениях, и есть вожатые. На форуме участники представили свои наработки в деле воспитания детей. Этот форум позволяет как вожатым, так и детям находить общие интересы, расширять свой кругозор знаний. Вот на этом форуме мы поучаствовали в дебатах с детьми из Нишевской школы. Очень нам понравилось. Дети очень активные, раскрепощенные. Также и вожатые. Познакомилась с большим количеством вожатых с Карагандинской области. Буду стараться посещать такие форумы как можно чаще. И в этот же день в торжественной обстановке более 100 школьников были приняты в ряды детской организации «Жасулан». Вторая часть областного форума состоялась в Назарбаев интеллектуальной школе. Здесь прошло пленарное заседание, а также вручены отраслевые награды лучшим вожатым. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аман Саубулумстар.